В конце прошлой недели и в выходные в городе и районе произошло сразу несколько ДТП с пострадавшими, сообщают сотрудники дорожной полиции. Так, в пятницу утром на трассе Перми-Екатеринбург автомобиль Toyota Land Cruiser наехал на пешехода, двигавшегося в попутном направлении. Инцидент произошел на 75-м километре автодороги. Травмы различной степени получил пеший участник дорожного движения. А уже через несколько часов, буквально в 2 километрах от этого места, водитель автомобиля ВАЗ вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Водитель автомобиля «Лада Калина» по предварительным данным не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортных средств. Допустил выход на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем МАЗ с полуприцепом. В результате автоаварии пострадал водитель автомобиля «Лада Калина». В этот раз в авариях обошлось без трагического исхода. Во всех случаях участники дорожного движения получили травмы. Погибших в городе и районе нет. Однако дорожные полицейские напоминают всем участникам дорожного движения о соблюдении скоростного режима и предупреждающих знаков на дороге. Зачастую водители игнорируют запрет на обгон, в результате чего ситуация с ограниченной видимостью приводит к трагедии. Кроме того, сотрудники ГИБДД проводят профилактический рейд автобус, в рамках которого полицейские пресекли уже 40 нарушений правил дорожного движения водителями автобусов. Наиболее частое – это нарушение правил обгона, стоянка на пешеходном переходе, непредоставление преимущества пешеходам. В целях обеспечения безопасности пассажиров сотрудниками ГИБДД на постоянной основе осуществляется контроль за соблюдением водителями пассажирского транспорта правил дорожного движения. На особом контроле госавтоинспекции находится соблюдение правил организованной перевозки групп детей автобусами. Наказания для водителей автобусов более чем серьезные. Например, за высадку пассажиров вне зоны остановки штраф составляет 3000 рублей, а за повторное нарушение уже 5000. Сотрудники дорожной полиции обращают внимание водителей автобусов на строгое соблюдение правил дорожного движения.